Завтра, 9 февраля, стартуют матчи группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сборная России проведет свой стартовый матч на предварительном этапе, встретившись с командой Швейцарии. При наличии технической возможности мы проведем графическую трансляцию матча. Начало матча запланировано на 11 часов 40 минут по московскому времени. Сборная России на предварительном этапе выступает в группе «Б» с командами Чехии, Дании и Швейцарии. Во второй встрече подопечные Алексея Жамнова сыграют с Данией 11 февраля и Чехией 12 февраля. 15 февраля на хоккейном турнире Олимпиады пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал. На это все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!